В Иванове вынесен приговор в отношении бывшего специалиста регионального департамента Госнадзора. Андрей Рыжаков признан виновным в получении взятки. И делал он это не единожды, а, как выяснило следствие, 19 раз. Чиновник получал от предпринимателей деньги или ценные подарки за несоставление в отношении них протоколов о нарушениях регионального законодательства о чистоте и порядке. За любовь к презентам и нелюбовь к чистоте чиновнику теперь придется дорого заплатить. Общая сумма взяток около 240 тысяч рублей. В 11 случаях незаконное вознаграждение Рыжаков получил совместно со своим начальником. Материалы уголовного дела, в отношении которого следователями выделены в отдельное производство. Суд назначил Рыжакову наказание в виде штрафа в размере 3 300 000 рублей, лишив его права занимать должность на государственной службе.